Всем привет, Боря. Сегодня у нас очень редкая, классная штука, правда немного в полоумном состоянии, и мы будем ее восстанавливать. Первый советский шлем США-36. У него вот пару небольших отверстий, не хватает гребешка. Так, в общем, я считаю, шлем-каска сохранилась очень неплохо. Сейчас задача будет протравить ее от ржавчины и придумать, как мы будем восстанавливать вот эту верхнюю часть. Так, сегодня утром было куплено вот такое ведро. Было принято решение не снимать ржавчину механическим путем, а снимать химическим. То ли в уксусной эссенции, то ли в щавелевой кислоте, то ли в обычном уксусе. Посмотрим, что получится сейчас. Проще будет купить в условиях карантина. Сейчас наберем воды и окунем каску в воду, чтобы отмочить вот толстый налет ржавчины. Набираем воду. Гари. Черный гари, черное ведро. Погружение. Так, как-то же влазило. Желательно погрузить целиком. Все. Так, у нас тут есть уксусная кислота. Зальем побольше, чтобы сократить время реакции. Сейчас вонь будет неимоверная, скорее всего, во дворе. Так, дольем еще сюда воды. Шлем был обработан в уксусной кислоте, разведенной водой. Потом полежал немножко в содовом растворе и потом помылся водой и покрылся преобразователем ржавчины от Сергея Ивановича. Теперь нам остается заварить и отрихтовать вот эти все трещины и или изготовить, или купить новодельный гребешок. Проявилось какое-то количество отверстий еще дополнительно, но они нас не смущают. Номер и год
к сожалению, не проявился. Или же мы плохо искали. Будем искать дальше. В общем, каску заварил, проявилось какое-то количество мелких отверстий, их заваривать не будем, каска шпаклеваться не будет. Сейчас она такого цвета, это преобразователь ржавчины, она помоется, будет цвета металла. И, па-бам, здесь должен быть гребешок. На самом деле, ради гребешка была куплена такая же каска, только в очень мертвом состоянии. Но пока она шла, я нашел на сайте вот новодельные такие гребешки. И, собственно говоря, это будет выглядеть вот так. Он немножко подогнется, подровняется, приварится. И в нашей коллекции появится стальной шлем образца 1936 года. Он же СШ-36, он же Хохенголка, он же Хасанка. Завершающий этап. Нам нужно просверлить отверстие по центру, вентиляционное, и отверстие для того, чтобы приварить через них гребень. Вот у нас есть образец отверстия оригинального. Сейчас мы подберем сверло. Ну, мы, наверное, сделаем чуть меньше, сделаем вот восьмерочку.
Вечер добрый. Па-бам. Каска готова. Гребень на месте. Все крупные отверстия, трещины заварены. Краска отсутствует. Просто вскрыто лаком. Сейчас будем искать подходящее место. И эта каска займет место среди вот всех вот этих касок, которые там есть, о которых я вам потом как-нибудь расскажу. Мне кажется, вот отличное место. Будем сверлить отверстие.